Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, задание дня, невероятное событие, давай посмотрим. Колода капитана Огонька. Повторяйте за мной, набито сильными бонусными атаками. Воспользуйтесь колодой танцевальный автомат, чтобы уничтожить противника с помощью бонусного зомби с ведром. Забавно звучит на самом деле. Значит, я играю за замеха, да, получается? Или за огонька все-таки? За замеха. Так, ну что, давай посмотрим. Угу. Ну, меня устраивает. Пока меня все устраивает. Так, начнем потихоньку. Вот жучара, а? Все это у него есть. Ну на, получи тогда. Второй ход. Ну-ка начнем вот так. Есть у тебя чем воспользоваться? Нету. Тогда получи. Так, что нам сделать? Давай сюда поставим. Что-то он, ребята, затеял тут недоброе, если честно. Так. Ну что, теперь у нас будет вот такой вот зомби. Ну и что ты, капитан Огонек, придумал? Растения не могут выполнять бонусные атаки. Так, он не сможет выполнить бонусную атаку, я так понимаю, да, ребят? Ну-ка, проверим. И все, да, на этом. Ну и прекрасно. Ну и отлично просто. Вот жалко, что он, конечно, прокачивается здесь. А я, знаешь, что сделаю? Я поставлю сюда зомби. Так. Ну, что ты тут придумаешь? Ему нужно нанести 7 единиц урона. В принципе, не так много. Ага. Ну, предположим. Что дальше ты сделаешь? Да ладно, у него есть огурец, ребята. Так, сейчас будет набирать карты, да, я так понимаю. Ну что, давай тогда уничтожим с тобой вот этого. Так, теперь наша очередь. Воу-воу-воу-воу. Так, он запарил. 3 хп у него остается. Всего лишь 3 хп, ребята. Хм, как бы нам сделать это здесь? Ну давай вот так вот сделаю. Неужели у него опять здесь есть бонусная атака? Нет, такого быть не может. Или все-таки может? Так, он вызывает еще сюда космического огурца. Ребята, 3 единицы урона нужно нам нанести. Так, у меня сработать должна, по идее, защита. И я надеюсь, она сработает. Ага. Сколько там? Наносит 3 единицы урона, да? И по 1 единице каждому. Прекрасно. И добиваем этот огурец. Ну что, пока шикарно, друзья мои. Пока все шикарно. Вот этот, конечно, бесева здесь. Ну-ка, если я вот так сделаю. Блин, у него, смотри, защита сработает. Ну, предположим, если этот ударит, у него сработает защита. По идее, шут может добить. А вот это серьезные заявочки.
Так. Смотри-ка, все растранжирил, да? Поехали, ребят. Угу. Что он там сейчас делает? 4 катаки. Ты специально, да, это сделал, гаденыш? Он это делает, ребята, специально. Так, ну что, нам нужно продержаться совсем маленечко. Совсем чуть-чуть. Так, ну что, я предлагаю сделать следующим образом. Блин, пробьет. Пробьет и будет плохо. Тогда сделаем вот так. И сделаем... Сделаем вот так. Все, ребят. Фух. Пробили. Пробили. Ну и, естественно, выиграли. Так, ну что, сегодня мы с вами будем... Ух ты, 10 гемов. Так, нанесите 20 единиц урона героям зубостезилой. Нанесите 5 единиц урона. Так, используя карты антигерой. Ага. Ну чё, попробуем подняться с тобой сегодня по рангу. Чуть повыше, поехали. Кто у нас там будет? Ну, начнем с картошки. Картошка у нас пока в топе находится в данный момент. Именно по борьбе против зомби. Но у нас тут профессор Мозг-атака выпадает. Ладно, давай глянем. Профессор Мозг-атака. Насколько я помню, у него нет особых таких карт, которые прячутся в надгробии, да? Ну, на всякий случай, пускай будет. Мало ли, как говорится, что. Так, он тоже пропустил ход. Что-то не то, ребята. Что-то мне это начинает нервировать. Когда я только вижу, что кто-то начинает применять дополнительную энергию, мне это сразу настораживает. Угу. Так, хорошо. Предположим. Начнем вот с этого. Ну, получим мы с тобой одну единицу урона. Это не страшно. Страшно то, что у него есть, ребята, преимущество на одну энергию. Вот это плохо. Сейчас еще будет танцор, да? Ага. Вот как. У тебя, парень, 3 энергии, да? Ну, если я сделаю вот так. Грибок. Так, мишень. Даже если честно, я не знаю. Но он карту вытянул 100% какую-нибудь хорошую. Так, шипастая лужайка. Окей. Давай я, предположим, так сделаю. И вот так. Не знаю, кто там у него прячется. Оу. Конфетти там было. Ну-ка. Четыре или меньше уничтожает, да, растения? Окей. Угу. Так, ладно. Нам дожить надо вот, да, до защитников, ребята. А дальше пойдет все в гору. Так, ну что же, посмотрим, кто у тебя там. Отлично. Бумс. Так, а где у меня? Опять конфеточка, да? Опять конфеточка вышла. Шаман со двух способностей. Сейчас он вытащит еще конфету здесь, ребята. Ну, ему крышка. Так. А мы с тобой пока прибережем эту минку до лучших времен. Ага.
Слушай, а ты заколебал он бомбить-то. Что нам здесь сделать? Давай подумаем. Поставить орех. Ага. О, как. Вот это хорошо ты придумал. Удачно, я бы так сказал. Удачно. Так, давай сюда грибок влепим. Прекрасно. Да ты заколебал. Он сейчас так и будет за каждую мою вытянутую карту бомбить или что? Что там? Минус 3. Это к атаке он делает, да? Зомби получает 1 плюс 3. Вот так вот. Ну что же, мина по нему, ребята, плачет. Что я могу сказать? Даже не мина. Нет, ребят. Мина это слишком для него шикарно. О, ключник. Ну что же, погнали. Сделаем так. И сделаем вот так. Плюс 5. Ради бога. Так. К этому же должна крышка быть. Правильно. Взрываем. Это сейчас бомбанет, потому что я вытяну карту. Но у нас защитник стоит, поэтому нам не страшно. Так, смотри, что он делает. Надгробие, ребята. Ну, можно сделать вот так вот. И вот так. Угу. Две энергии вытаскивает, да? То есть 9 энергии у тебя. 9 энергии. Угу. У нас есть еще защитник один. Поэтому, ребят, мы по этому поводу не переживаем сильно. Вытянул две карты. Размещает зомби-астронавта. Ради бога, твое дело. У меня защитник все равно стоит, так что... А, вот так вот мы даже. Ну что же, минус. Угу. Шипастая лужайка. Шипастая лужайка. Вот даже как. Вот даже как. О, все, парень, ты поплыл. Ты поплыл. Что я тебе по этому поводу могу еще сказать? Я сделаю вот так. Да и, пожалуй-ка, вот так. Посмотрим, что он придумает. Ага, превращает их. Да, ребята, он превращает их. Плохо, да? Мы проиграли здесь. Слушай, ну я не знал, что у него такая карта будет. Не знал. В общем, нас здесь немножечко опрокинули. Поехали. Дождался, да, все-таки успел. Ну вот эта карта, ребята, понимаешь, она очень дорого стоит. Я имею в виду у зомби, которые, да. Не каждый, так сказать, доживает до нее. Ну а если доживает, ты сам видишь, что получается из этого. Выпади ему какие-нибудь другие зомбики. Да, именно Гаргантюа, там, не акула, а еще кто-нибудь другой. Все было бы совсем по-другому. Ладно, сейчас пока о другом.
Поехали. Если он хочет заняться прокачкой своих танцоров, этому не бывать. Я ему не позволю этого делать. Так, смотри-ка, никого не стал выставлять. Да и я, пожалуй, пропущу ход. Так, наносит 2 единицы урона. Ради бога. Ага, смотри, смотри, что делает. Так, ну а мы с тобой сделаем немножко по-другому. Вот сюда поставим лужайку. И минус танцор. 17 хп, пока еще терпимо. Кукурузная собачка. Мы можем выставить с тобой орех и собачку. Я делаю вот так. И я делаю вот так. Возможно, песика мы лишимся, да, ребят? Ну, ничего не поделаешь. С картами у него напряга. Сейчас он тоже будет получать урон. Этот парень тебе не поможет. Так, ну что мы здесь можем сделать? Я думаю, мы поставим сюда с тобой вот так вот. Понизит, да, все-таки, ребята? Ну, тем не менее, ему крышка. Три в лицо, конечно, не хотелось бы получать. Но, видимо, это неизбежно, ребят. Кукуруза. Дожить бы нам до нее. Во, пошло, пошло, ребят, смотрите. Такой довольный. Чему только радуется, я не понимаю. Так, секунду, ребята. Как обычно, звонят не вовремя, друзья мои. Так, а мне нужно сделать удар. И я его делаю. Фух. Так, ну что у него там? Осталось 2 карты всего лишь. Мне нужна эта победа здесь. Вот как он сделал. Ну, я, наверное, вот так вот. Сюда поставим. И сделаем вот так. Ну, еще, наверное, вот так вот. Ой. Ой, ребята, все. Похоже, доигрался тут. Случайное растение, но... Ну, ты посмотри, а. Вот не кого-нибудь, а именно здесь. Ну что, теперь только кукурузу остается нам с тобой поставить здесь, да? Или как? Или лучше вот так сделаем. Так, наверное, будет лучше, да? Так. Окей. Опа, а вот и защитник. А защитник у нас пойдет как раз вот сюда. Там уже никому не интересно, что он там вызывает. Так, сюда бомбанем, да? Чтобы оставить орех без атаки. А, вот сюда даже. Ну, это зря, парнишка. Это ты зря. Поехали. Да, шут тебе здесь не поможет. Даже не думай об этом. Даже об этом и не думай. На тебе в ответ. Теперь остается нам поставить только лишь кукурузу. И в принципе все, ребят. Мне кажется, он сдастся. Да. Сдается. Так, друзья мои, ну одну, как говорится, один-один. Один проигрыш мы с тобой отыграли.
Но этого мало. Этого мало. Нам нужна еще победа для того, чтобы перейти на следующий ранг. Что-то я так к картошечке к этой привык. Как в свое время я к этому, к разгрому привыкал. Также теперь за картошку. Ну что, давай смотреть, кто у меня здесь. 23 ранг. Ну, в принципе, мы на равных. И играем против разгрома. Против разгрома. Давай-ка мы вот эти вот карты уберем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зачем же вы так меня подставляете, а? Ну зачем? Ну, виноградина, не спорю, хороша. Но не в данный момент, не на ранней игре. Минка? Минка, да, я не спорю. Минка хороша. Но опять же, у него есть шары каменные, которые давят наши растения, об этом не забываем. И, кстати, здесь могилоед вообще в тему, потому что у разгрома очень много карт с могилками. Ну ладно, давай смотреть. Что же у тебя, гаденыш, в руке, а? Какая у тебя карта? Хорошо было бы, если бы у него хилочка там висела. Опять мне пока нечего ставить. Ага. Вот даже как. То есть ты хочешь объедки получить, да? И он получать будет объедки. Объедки дают плюс один, один всей армии, да? Которая будет выставлена. Так, ну что, будем смотреть, кто там следующий у тебя пойдет. Никто. Тогда я поставлю вот этого маленького. Вот этого малыша. У тебя, наверное, камень есть. Нету? Странно. Ладно, ребята. Так, виноградина. Плюс горячка. Опа, 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 опа. Ты наивный парень. Я тебе не позволю набирать карты. Он, правда, и так урвет одну карту. Ну, лучше одну, чем каждый раз, да, стрелять и зарабатывать. На. Все, надеюсь, на этом успокоился. Мне кажется, у него еще будет такая карта одна. Набрал-то он там себе, смотри. Раз, два, три, четыре. Ё-моё. Вот это плохо. Это, друзья мои, плохо. Лучше получить просто 4 в лицо, я думаю, да? Или как сделать? Давай сделаем так. Так уж и быть. Хотя бы оставим ему сколько там? 2 единицы здоровья, да? Или сколько? 3? Потом мы его добьем. 3 единицы здоровья. Тут неизбежно, ребята. Ага. 6 энергии. Как тут лучше сделать? Ну, виноградину я не могу пока влепить. Ага, запрещает бонус на атаки производить, да? Ну давай сюда поставлю. Надеюсь, у него нету, который может уничтожить мою деревце карт. А если есть, это будет плохо. Потом пойдет виноградина у меня в бой. Вот, друзья мои, вот об этом я и говорил. Еще и безумие, да? Так, все равно мы его... А, мы не пробьем. Ну и он нас не пробьет. Что он там сейчас вытянул? Уничтожает, ага, вот так вот. Ну, предположим. Ух. Так, смотри. Его, что ли, хилять хочет? Ну, это ты, конечно, хорошо придумал. Давай я вот так вот сделаю.
Так, значит, у тебя очень много курицы, да? Прям очень много. Так, это значит у нас тут... Вот это плохо, ребята. Это плохо. Но пробить смогу. Крокодильчик сможет. Угу. Крокодильчик сможет. Так, три. Да, мы сделаем с тобой два крокодила. Один поставим сюда. Смотри. Так сделаем. И вот так. Оптимально. Погнали. Че, опять будешь сейчас? Опять, да? Плюсует здоровье, хорошо. Так, давим. Здесь уничтожаем. В лицо. Вот здесь, конечно, не добьем. Но это не страшно, у нас есть виноградина. Ох, ё. Так, двойной удар. Гороховая эволюция проводит бонусную атаку. Пятерочку, да? А, шесть. В лицо. Четыре. Ну все, ребят, по-моему, крышка ему. Угу. Блин, а вот это вот не вовремя. Вот это не вовремя. Похищение. Значит так, поехали. Таким вот образом сделаем. И вот так. Ну что же, нам нужно нанести в лицо ему 8 единиц урона всего. Ох ты. Так, опять виноградина, да? Опять виноградина. Так. Бред. Это бред в данный момент был. Ну что же, сделаем с тобой следующим ходом. Так, во-первых, сделаем вот так. Теперь поставим вот сюда. А этого мы пока выставлять не будем вообще, ребят. Что он там делает? Зачем? Он же сейчас... Угу. Так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Давай вот так вот сделаем с тобой. Ага. Ну вот, теперь наше время набирать картишки в руки, да, друзья? Ну что, у тебя есть гаргантюа? Кто там? Ага. Понял, понял, понял. Понял, не дурак. Так, ну что, 8 единиц урона. Так, бобовая эволюция, да? Бобовая эволюция. Рикошет. Ну, мы с тобой уберем вот этого. Это раз. Ну, давай я сюда поставлю его. И на воду. Посмотрим. Что он там сейчас сделает, кого поставит, что влепит, я не знаю, ребят. Пока. Так, с этим разбираемся. Угу. И что же там тебе выпало? Пока не знаю, ребята. Ой, защитничек, родной ты мой. Ух ты, еще и вот это. Ну все, ребята, я могу сказать вам одно, ему крышка. Уж 6 единиц урона не нанести ему
Смотри, что творит. Смотри, что творит, а. Поехали. Посмотрим. Да, а, ну, только если так сделаешь. А вот это плохо, друзья. Неужели пробьет? Неужели, да, ребят, тут, скорее всего, он мне пробьет, тут никак. А, защита сработала. Ну, все, теперь. Теперь все, ребят. Фух. Поехали. Всего лишь 3 единички урона нужно ему нанести. Понимаешь? И он сдался. Было опасно, на самом деле, очень опасно. Особенно, когда он вот этого начал прокачивать. Я уже немножко испугался, если честно. Но, видишь, у нас все получилось. Мы с тобой переходим на 23 ранг. Так, повышение. Все прекрасно. Ну что, будем добираться до следующего ранга? Я думаю, стоит. Так, у нас следующий противник. И это у нас супермозг. Ну что, супермозг, давай попробуем. Ух ты, я совсем забыл, что у меня еще и грипп-то этот есть. Так, наверное, уберем его пока. Во! Слушай, неплохая колода получается. Как раз против этих малышей, да? Они ведь должны быть у него. 100% он будет играть на бесятах. Ох, ё-моё. Виноградина, это, конечно, хорошо, но... не сейчас. Так, пропускаем ход. Хм. Арахис. Арахис, кто здесь у него? Без понятия, если честно. Вот без понятия, ребят. Ага, ага, вот так вот. 2 энергии берет. Перемещает зомби плюс 1. Окей. Как скажете. Ой, кукуруза, было бы вообще замечательно, друзья, но... но не сейчас. Давай вот так вот сделаем. Все равно ничего не теряем. Опа. Еще один орех мы с тобой зарабатываем. Что, заморозка? Окей. Так, вытягивает 2 карты. Добором занимается, да? Отлично. Так, ну мы продолжаем с тобой. Так, орех. Что нам сюда влепить? Мину можем вот эту поставить. Сюда. Вот даже как делает. Ох, даже вот так вот. Ну, ребята, делаем вот так. Ну что, эволюцию, может быть? Давай эволюцию, фиг с ним. Уничтожим вот эту вот фигню здесь. Вот таким вот образом, поехали. Поехали. Что там? Ага, энергию берет дополнительную. Так, ну что, этого убираем. Мы 2 в лицо получаем. Так, у нас с тобой очень много орехов здесь. Очень много. Выпала еще и кукуруза, ко всему прочему. Угу. Вот так вот. Давай я поставлю сюда, например, горячку. К примеру. Так, и... ну и вот этот орех. Замечательно. Пока хватит. Ах ты, в воду. В воду, ребята, уходит.
Так, это 2-3. Опять вытягивает две карты. Ты посмотри на него, а? Защита. Ну, я не буду пока прокачивать. Не стоит этого делать. Вот и могилоед вышел. Он любит, да, на могилках играть? На могилках, я смотрю, он любит энергию тут добывать, так скажем. Ну, давай я вот так вот, наверное, сделаю. Вот так. Вот так. И наверное, вот так. Еще это все дело вот так заправим. Что он там сейчас будет придумывать, я не знаю, ребят. О, как. О, как, смотри, сделал. Поехали. Так, и все, крышка ему, ребят. Взяли моду, да, играть на этих картах. Сразу испугался, как увидел, да, что у меня тут прокачка пошла. Так и надо их, всех к ногтю, всех зомбарей. Так, ребят, ну что, нам нужна еще одна победа без проигрыша, чистая победа. И тогда мы перейдем с тобой на следующий ранг. Ох, картошка, картошка. Да чего ж ты вкусна и хороша. Особенно, когда в мундире готовишь, да, ребят? А еще лучше, когда на угольках ее поджариваешь. Пальчики оближешь. Так, ну что. В принципе, нормуль. Мы играем против бесячества. Оу, щет. А мне даже нечего поставить, понимаешь? Против него. Фига он мне отнял. Так, ладно, с этим надо прекращать, ребята. Ниндзя? Неужели у тебя есть, чтобы его перетащить? Пузырь или как там это называется-то? А потом-то что у меня? Три энергии, мне некого будет поставить, ребят. Да-да-да, видишь, вот про это я тебе говорил. Перемещение зомби. Так, срабатывает защита. Я вот сюда вот перемещаю. Ну что, парень, надурил? Додурился, да? Так, ежевика. Ну, что задумался-то? Ах ты! Вот это бесява, ребята, штука. Эта штука бесява, если честно. Я вот так еще сделаю. Поехали. Поехали. Так, ты будешь ее перемещать, да? А, за надгробие прячешь. Окей. Так, получи в рыло. Так, дальше что у нас тут? Угу, орехи. Сосиска. Ну, давай я вот так сделаю. Опачки. Нам выпадает орехсовый. Так, это курица неугомонная, да? Ну что же. Так. Минус. Курицу минус. Груши две штучки. Вот это хорошо, кстати. У него курица еще должна быть одна. Я больше уверен. И, скорее всего, так оно и будет. Значит, мы сделаем с тобой следующим. Не знаю, кто там у него, ребят. Но поставлю вот так. Опа, желудь. Зомби с кровожадностью. И почему я не удивлен этому? Так, неужели бесят вызовет, а? Так и есть, двух бесят вызывает. Один встань напротив этого. Напротив ореха. Есть.
Все, пока хорошо, ребята. Мы можем с вами сейчас влепить эволюцию. Так, он сейчас на воду поставит, наверное, мелкого бесенка, да? И все будут под кровожадностью. Вот даже как. Вот даже как, да? Я думаю, так вот будет оптимальнее для нас. Так, ну вот этого вот шваркнем. А с остальными распрощаемся. Так, ну что, смотрим дальше, какие у него будут манипуляции. О, даже как. И вот так даже. Так, ну здесь 100% будет зомби. Вот только как лучше сделать-то? 4 и 3. Давай сделаю так вот. Да и вот так, пожалуй. Ага, антигерой у него здесь. Вот и великолепненько. Поехали. Итого у тебя 3 хп, парень, осталось. А, этот же еще сейчас сюда, да? Понятно. Нанесет 1 единицу урона. Так, мы в ответочку. Ну и виноград нам здесь, как говорится, в помощь. Ты понимаешь, да, к чему я? Виноград нам вот этот вот в помощь. О, еще и свеколочка выпала. Угу. Так, сейчас будет, наверное, делать все-таки кровожадность. Но он опоздает. Он опоздает со своей кровожадностью. И все, ребята, все. Пока. Ну вот так вот мы с тобой добрались до 24 ранга. Я считаю, неплохо мы сегодня поиграли. Если тебе понравилось, то поддержи меня лайкосиком. Если есть какие-то замечания, тоже пиши в комментариях. Ну а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!